Ваша Дона находится в бедном квартале в отеле «Хигнайт». Туда не войти, а тем более не выйти. Если у него есть что-нибудь ценное, нужно искать это там. Они нашли нас. Неужели? Но у меня есть кое-что особенное, чтобы от них избавиться. Раз и навсегда. В том числе пленника. Раф! Так ты цел, брат? Это все я. Это оказалось не так трудно, как я ожидал. Я привел их прямо в ловушку. Эй, мы делим как победы, так и ошибки. Мы их вернем. Тогда надо спешить, чтобы он не готовил для Дони и Мондо. Они в беде. Эй, прикинься ветром и дуй отсюда! Хай-йо, вас, мутантов, ожидает полное исчезновение. За дело! Отель «Хигнайт». Я не хочу дожидаться Дока Фаррелла. Приступайте. К чему приступать? Серьезно, парни, у меня затекла нога и живот уже сводит от голода. Я расскажу вам, что мы хотим сделать. Мы посмотрим, что у вас там внутри. Нет. Что? Ай, моя коса! Может, обсудим все как разумные люди? У меня очень чувствительная кожа. Я не люблю все эти ножи и бритвы. Если вы немного подождете, я могу во всех подробностях рассказать, как устроены мутанты, чтобы... Да! Наконец! Братцы, вытащите меня отсюда! Я не ел уже почти 2 часа! Отпусти наших друзей! Чтобы вам не пришлось себя утруждать. Ладно. Эй! Куда? У вас нет шансов, черепахи. Смотрите. Молот вот-вот сотрет ваших сильнейших бойцов в порошок. Он мой любимец. Никто не в силах с ним справиться. Да, это вы. Вернитесь на место. О! Получай, грязный мутант! Похоже, он слишком занят, чтобы защитить тебя. Ах ты! Уничтожить! С удовольствием! Сожалею, что мы не успели поболтать, ребята. Вы двое, займитесь Доном. Я помогу мутанималам. Спасибо, Раф. Thank you.
Thank you.